Ну вот, вечерний мой велопробег. Вот, мой велосипед хороший он у меня. Вот. И кататься вот так вот. Красота, да и только ветерочком. Вот. Зачем машину гонять? Он у меня четкий. Вот, красота. И скорость хорошая. О, смотреть вокруг везде все. О, скорость. О, видите, какая прелесть. Вот так катаю вечерами на велике. Зачем пешие прогулки? Когда на велике можно вот так вот кататься спокойно. Этот велик хороший, французский. Вот. Он вообще супер. Сейчас я вам его покажу, мой транспорт второй, который у меня и багажник. Он раскладывается на две части. Вот он. Он раскладывается на две части. Вот он, видите, какой? Вот отсюда он раз, короче, на две части, и руль тоже собирается, и все. И фары у него все есть, когда включаю. Вот, есть вот такие фары у него. Вот здесь сигнальчик. Вот, вот эту фару включаю ночью. Вот здесь он сиденье. У него сиденье хорошее. Вообще суперский у меня велик. Вот такой вот. Для ночных катаний на велике. Вот так вот. Поехали! Поехали! И он сказал, поехали! Вот так вот. Катаемся. И домашний тренажер, велотренажер, а это на свежем ветерку. Вот. И все, зашибись, ребята. Живи не хочу. Вот так вот. Он у меня раз, в багажник залезает спокойно, в салон даже могу. На берег моря приезжаю, где велопробежные дорожки. И там катаюсь. Машина стоит на парковке. Вот так вот. Ну ладно, пойду дальше кататься, а то с одной рукой тяжело. Пока-пока.